Да? А чем он славится? Геннадий Петрович, а не узнаете? Узнали, конечно. Доброго здоровья. Доброго здоровья. А как же? Чем же он славится? Ну там вода хорошая. Вода хорошая. Много людей. По праздникам бабушки и дедушки собираются. Понятно. А история есть у него какая-нибудь, у этого источника? Я не знаю. А кто его знает, если так постарше, если так. Понятно. Они бы рассказали, да? Да. Там одна дорога. Ага. Ну, путей к нему очень много. Вот такими вот дорогами. Прокрадаемся к источнику. Да. А то если бы ко мне в двери заехали, ну что это за это? Ну да, пока ты берешься, пока выберешься. А уже... Ну вот так вот мы едем. Ты смотри, и столбы тут стоят какие-то. Да. Столбовая дорога. Как вам вид российской глубинки? И соловушки поют. Покатили. Доносится налей. Да. Быстро зарастает. Я такого дома еще не видел. Как нам, если бы тут расположиться жить с ведьмаками? Источник Николая Угодника. Ну, я начинаю набирать водичку. Ледяная. Однако. Александр уже заспевает ее. Можно сказать, оздоровление пошло. А вода вкусная. А вон еще, смотри, что тут. Вон еще. И соловушки парни. Мы тоже емкость выделим. Водички. Благодарю, благодарю. Из-под бугрища. Ну да. Ну вот оно место. Живописное. Комары тут серьезные. Да. Вот это правильная вода, когда сразу это потеет. Потеет. А, прохладненько. Можно сказать, живительная. А что ж еще там указано? Это ж как надо было, чтобы сюда этих привозили, засыпать его. Привозили, засыпали и песком, и это. А люди, говорят, вручную потом разгребали. Несколько машин песка привезли, засыпали.
И за ночь люди разгребли руками, чтобы он опять бил. Это не наш пузырек. Да я понял. Ну, напор хороший. Да. Наверное, заколодило. Хорошо. Полегчало, полегчало. Хорошая водичка. Ну это правильно. Раз на святую песню приехали. Как ты любишь? Воронка. Ага. Ты там телесная такая. Воронка. Она как-то и туда, и туда выйдет. Добрый, а ты, да, туда? Ага.